везет, знаете. Старые, заезженные уже про новых русских-то. Так, ну все, помидоры посадили. Так, ну что, пронесли нам картошечку, да. Смотрите, совсем немножко, чуть-чуть. Вообще заказ обошелся на $38. Сегодня гуляем в парке здесь, в Нейплс. Доброе утро. Посмотрите, какое у нас чудо здесь на заднем дворе. Сланцы валяются. Уточка, конечно, у нас тут немножко хромает, и она у нас здесь живет. Видите, кушает все, что есть. А кормушка висит. Кормим птиц. Здесь постоянно у нас птички поют, летают. Сейчас, конечно, я всех распугала. Здесь Артем что-то будет делать. Ну, в общем, задний двор у нас тут прибирается. Не обращайте внимания, тут бардак. Что, ждешь меня, да? Видите, хромает, лапа вообще не работает. Ждет, пока я ее покормлю. Так, насыпаем. Давай, давай, иди. Так быстро ест. Давай, ешь. Бедолашка. Кто ж тебя так? Аллигатор все-таки, наверное. Да? Ой, уже сутками разговариваю. Ешь, ешь, не бойся. Такой дом, знаете, деревенский. Вообще не похож на американский. Такой бардак. Ладно, сегодня все сделаем, сегодня все уберем. Вчера играли, все оставили, как обычно. Аллигатора что-то я не вижу. Вчера утром здесь плавал. Артемка хочет лампочку, видимо, поменять. Здесь не горит лампочка, чтобы вечером выходить. Ягодки уже, видите, цветут. Скоро будут ягодки. Мята выросла. Вот, кстати, картошка. Видите, Каролина картошку посадила. Она у нее была такая красивая. Стишешь, мне что-то сделала. В итоге она вся упала. Вот здесь вот у меня уже нарциссы, видите, растут. А это помидорчики. А здесь вот кабачки Артем прикопал. Вчера купили как раз горшки специально. Будем пересаживать, все убирать, все сажать. Вот земля у нас тут стоит, видите, все, короче, сразу. Кормушечка вот такая, вот тоже ее Артем повесит. Пока просто повесим, чтобы птички кушали. Все дружно наблюдают. Че, ест, да? Вам не дают? Сейчас помою стул, два стула. Вот этот стол я уже красила сама. Это в Икее покупали, когда мы приехали только в Америку 6 лет тому назад. В общем, у нас в квартире стоял там на балкончике. Я теперь сюда переехал. Я его подкрасила, потому что у него цвет был уже ужасный. Ну и сейчас тоже уже такой, знаете, ну на заднем дворе, ладно, пойдет. Там два стульчика есть. Обувь тут всю собрала. Стеша кроссовки притащила. Тут сланцев много. Рассада там. В общем, сейчас будем все сажать. Милквит, который наш, тоже новый, купленный. Вот цветочки у нас здесь расцвели, видите. Это были посажены еще, когда мы приехали сюда. Они были здесь воткнуты, и они были в ужасном состоянии. Теперь они здесь цветут. Вот. Артем у нас, видите. С утра такой, видите, недовольный. Жена уборку сказала делать. Сказала, что уже все хватит. Нужна помощь. Ну, вы видите по его лицу, можно все прочитать, все, что он думает об этом. Как открытая книга. Как открытая книга, да. Вот Артемка повесил, видите, кормушку, которую мы купили. Мы в Walmart ее взяли, закупку не снимала. За $6 деревянная и еду. И вот теперь у нас птички будут пролетать, окошки будут смотреть. Вот, в общем... В общем, вот такие сегодня у нас дела. Житейские, домашние. Аллигатора нет. Там ребенок гуляет.
В общем, жарко уже сейчас, время первый час дня на самом деле. Надо сейчас быстренько все сделать. Я хочу пальму в угол туда поставить. Она раньше у меня там тоже стояла. Я спрятала стол, потому что девчонки на столе делали ужас. И всегда было видно все это, страх Божий, который творился. А сейчас вот надо будет ее в угол поставить. Что-то там висит непонятно, что. В общем, я сейчас помою ее, полью. Здесь девчонки, не девчонки, а соседка пришла, нарисовала, не знаю чем. И это не мелки, в общем, не отмывается это все от плитки. В общем, мало мои, еще чужие тут ходят и рисуют у меня, что не отмыть. Ну, потом специальным аппаратом будем все это делать. Еще не знаю вообще, может, съедем с этого дома, и не съедем, там посмотрим. Будем облагораживать. Сейчас уже как пока смысла нет что-то новое здесь придумывать. Постоянно грязь, все время здесь какая-то паутина вечная. Все это в паутине. Вообще без сетки нельзя здесь задний двор. Никак. Все летает. Давай я сделаю. Ты самое главное скажи, куда. Здесь постоянно лягушки прыгают. Ну, Флорида она такая. Если ты живешь, у тебя открытое вот это место, тебе будет все заползать, все прыгать. Такие жуки, тараканы. В общем, что только не будет здесь. Листья все, мусор весь будет залетать. В общем, у многих здесь сетка стоит, а так как это дом на сдачу, поэтому он особо не облагороженный. Поэтому приходится постоянно все это вымывать, все это убирать, хоть как-то придавать вид этому месту. Иногда я закрываю просто глаза и вообще не выхожу, потому что бесполезно. Ну, сегодня у меня есть настроение. У Артемки, конечно, не особо есть, но надо уже просто реально. Поэтому никуда не денешься. И ему деваться некуда. Бедолаги. В общем, ну он купил ящики, надо посадить, а то они в коридоре стоят, мешаются. Можно было убрать, но, как говорится, смысл покупать, когда ты целый год сажать потом, что ли? Смысла нет. У Артемки уже голова кружится. Наклонку ему тяжело, конечно, работать. Очень тяжелый вес. Что, Зай, давай я сделаю. Что там у тебя будет расти? Вика принесла. Помидоры, и она кабачки еще принесла. Спасибо, Вики, скажи. Спасибо, Вика. Доброе дело сделала тебе, видишь? Зарядкой занимаешься, облагораживаешь, а то так будет вообще до уборки бы дело не дошло. Сейчас спина отваливаться будет. Все, мне так и все вместе. Ты меня сегодня ненавидишь, да? Ненавижу. Навидишь? Ну это не я, это помидоры сами пришли. Они пришли с ногами, понимаешь? А так бы ты помидор, наверное, никогда бы не купил и не посадил. Только петрушечку с укропом. У тебя будет еще один опыт. Давай емкость какую-то дам. А, это лопатка есть у тебя? А, у тебя лопатка есть, так ты вообще, козец. Тем, какой контент? Картошку сейчас копать буду. Привычка осталась, да? Тебе только костюм надо надеть и на поле куда-нибудь. Как анекдот, знаете? Старый, заезженный уже про новых русских-то. Когда? Звонят ему, да, давайте, продавайте, продавайте акции, продавайте, это продавайте. Так, компанию, да, покупаем, эту компанию покупаем. И так далее, потом его спрашивают, а ты где? Да и я там в саду картошку копаю. Вот. А ты что, привычка? Здесь тоже самое. Привычка-то. Ну ты вообще с детства этим занимаешься, у меня не было такого.
Они постоянно что-то сажали с родителями, он все время с ними был. Все это знает, понимает, я этого не понимаю вообще. Вот. Так что со всеми вопросами это к Артему. Как, что, где? Ну, я вообще ничего не знаю. Что-то земля так не очень пахнет. Чувствуешь, да? Да, она изначально не очень. Какая-то вообще очень. Так и сероводородом каким-то пахнет непонятно. Ну, да, вот это. Грязи принимать. Можешь мазаться. Маски делать. Маски делать, да? Ты хочешь? Нет, не надо, спасибо. Не знаю, как ты меня любишь, конечно. Ты обожаю. Обожаешь ты меня, обожаешь. Так. И больше ничего не нужно будет? Прям в эту почву посадишь помидоры? Нет, там надо еще это... Специально бензин придать. Очень много Вика принесла нам. И Артем говорит, что как-то придется их вместе сажать, что ли. Из костовских помидор, семечки. Она сделала рассаду, вырастила. То есть с логотипом вырастут? С косткой. Логотип костка. Так нельзя, но деваться некуда. Да, у нас нет такого промышленности такой. Максимум здесь. Можем позволить себе два кабачка. Еще кабачки надо куда-то засунуть. У ребенка было озеро. Да? Аллигаторов кормят. Так, ну все, помидоры посадили. Как получилось. Земли, конечно, маловато, надо будет земли еще покупать. Пальмочку я поставила вот сюда. Она так раскинулась, она была вообще маленькая, очень маленькая. Нарциссики будут здесь стоять. В общем, продолжаю убирать все. Мыть. Теперь здесь будет хоть посвободней. Можно будет ходить. Все, в общем, помыли как могли. В общем, отодвинули чуть-чуть, поставили пока ящики сюда, потом потом поливалку включит. В общем, вот такой вот сад огород у нас тут. Земли не хватило, хотелось все пересадить, я хотела на передний двор вытащить, это все убрать и это пересадить. В итоге земли не хватило, пришлось вот так вот опять все засунуть здесь. В следующий раз будем разбираться. Так, сейчас здесь тоже все доделаем, столик поставим. Сегодня гуляем в парке, здесь в Naples Baker называется парк. Кто не знает, может, кто-то переехал. Очень классный парк, очень такой, ну, благорожен, во-первых, здесь. Хорошая площадка, он очень красивый, все посажено здесь. Постоянно происходят какие-то там даже свадьбы, ну, люди приезжают сюда, потому что, ну, реально красивое место. Фонтанчики есть для детей, то есть не где-то там закуточки, а вот действительно такое огромное-огромное поле, да, которое вот создано для того, чтобы ты вот здесь действительно погулял. Где-то такие места, где вообще никого нет, ну или ты можешь именно быть, где очень много людей. То есть для каждого найдется местечко в этом парке. И просто прекрасно здесь. Да, вижу. Да. Сейчас покажу вам, вот мы идем. Я уже снимала, вон там фонтаны, мы прям далеко уже ушли, там вот площадка большая. И представляете, вот такая территория огромная-огромная. Здесь еще самолеты частные летают, аэропорт, видимо, не знаю, где они садятся, аэропорт, наверное, недалеко. Вот. Вот с колясочкой может родитель посидеть в тишине, никто не будет мешать. Ну, в общем, классное местечко. А, иду. Ящерица здесь есть. У меня девчонки, как всегда, сами надели что-то на себя, напялили, я даже не смотрела. И вышли. Одна вообще в теплых штанах. Всего. Да. Иди. Я сегодня прибирала этот задний двор. И потом мне пришлось выйти и поехать с ними. Мы поднялись, вон там вот заливчик. Лодочки плавают, здесь недалеко есть комьюнити, очень красивые там квартиры такие, домики. Но они невысокие, вот, в общем, классненькое место. Там площадка еще наверху. Линка, как всегда, ящериц ловит. Что, поймала? Клинки грязные. Молодец. Красная голова. Красная голова. Супер, как красиво. Смотрите, лодочка плывет, видите? Видишь, лодочка плывет, Лин? Красота. Красивые такие деревья. Здесь всякие ключики висят.
Видите? Разные-разные всякие ключики. Если ваш велосипед или еще что-то сломается, тут можно починить. Так, мы зашли в Steak & Shake. Не заходили лет 5, наверное, точно. Это как Макдональдс. Но здесь можно добавить. В общем, менюшка, как всегда, бургеры и коктейли. Молочная газировка. Так вот она выглядит. Шесток шейков. Здесь есть паста. Здесь есть паста. Паста вон же, смотри. Чили мак есть. А, есть супчик какой-то, в общем, остренький. Давай картошку с сыром закажем. Классно же. Большой, маленький. Смол, да, попробуем смол. Вдруг еще не понравилось, что принесли нам картошечку, да. Смотрите, совсем немножко, чуть-чуть. Вообще заказ обошелся на $38. Ну, это еще коктейли. Да, коктейли еще принесут. Вкусные? Все. Принесли наши коктейли. Коктейли подают в таких вот стеклянных стаканчиках у больших. Такая, о, у тебя все течет. Волосы, волосы. Представляете, вышли, пока сидели, уже потемнело и дождь на улице. Мелкий идет. У нас скоро Mother's Day, скоро День Матери будет. В Америке его хорошо отмечают. А? Я не знаю, когда. Но скоро. Я не помню, какое число, уже забыла. Вот, все. Сегодня? Все, мы, нет, сегодня мы с девчонками. Сегодня Mother's Day? Да, Mother's Day должен быть 14 числа. 14 мая будет Mother's Day, все. 14? Да, 14. Все, едем домой, все. Заканчиваю видео, всем спасибо, увидимся в следующем, и пока-пока.